Демон Лок против Демон Хантера. Давай, Яся, тащи, как он выглядит. Слишком горячо. Я даже не думал, что настолько. Итак, Демон Хантер Азунара против Демон Лока Яси Камшота. Жесткий Демон Лок против мне неизвестного Демон Хантера. Как бы Демон Локи, я не знаю, они тоже загадка, потому что их очень мало и сложно понять, насколько они сильные. Но Яся реально хуярит. За свой класс он магет. Сложно найти Демон Лока лучше, их к тому же мало, но вообще, даже если бы было много, Яся очень хорошо играет, поэтому будем смотреть, кто же победит. Давай, Пашка, уничтожь их всех. Изи вин. Но я иду не первый, мне уже не изи вин, если я иду не первый. Давайте посмотрим, может быть, Яся. Посмотрим, сколько человек убьет Яся. Вот уже у Демон Хантера уже мало хп. И все, минус Демон Хантер первый. Кто выходит следующий? Следующий идет ДК. Следующий я. Окей, следующий Виги. Виги против Яси Камшота. Асфиксия по Ясе. Кик в каст Фира. Призыв Мерзотня. Мерзотня. АМС на Shadow Fury. Но с ДК не бывает легко локом. У ДК много сейвов против кастеров. Много интераптов очень. Локу явно будет нелегко против ДК. Но Виги не одет, на самом деле. Достаточно серьезно не одет. Поэтому как бы это уже упростит немножко задачу. Айсбаунд у Виги. Фир фуловый. Прокнул сейфгвард. Еще один фир. Кастуется туда третий фир. Гул'данс Хэнд. Под фулами находится Виги. У него откатилась асфиксия. Успеет ли он? Успел, но умер. Кто будет следующий? Яся на минус 5 идет, что ли? Следующий кто? Рога. Сап по Ясе. Демон Лок уже сделал минус 2. Еще один сап. Пошел опен. Стан фуловый. Койл. Фир. Фуловый фир. Призывает пэтов Демон Лок. Кош. Вендетта пошла. Не тринкуется. Врата используются. Локом. Лок под вендеттой. Еще коротенький фир. Сейчас будет сильный урон по варлоку. Призывает еще одного пэта. Эвейжн от Роги. Вижу Достагат. Сильно просаживается Яся. Яся просаживается сильно. Ваниш от разбойника. Но на самом деле не так уж и сильно. Он все еще жив. У него все еще есть хп. Как же Яся, ебошь, господи, остановите его кто-нибудь. Кидни фуловый. Ну, мало наносит урона. То есть на роге плюс еще сидит пэт, который реально дамажит. Блайнд по пэту, который тринканул пэт. Не знаю уж, какая механика тринкета пэта. Может быть, это лок тринкует. Или у пэта своя есть способность. Я не знаю, честно вам скажу. Но пэт не дает роге рестелснуться. Кик в каст. Стан. Кидни. Вместе с ним Маледикт. Рога выбивает фласку, пытается убежать, на нем сидят пэты. Так что бежать, на самом деле, особо некуда. На роге сидят пэты, и он никак от них не отделается. Вообще никак. Совсем мало хп у Роги. Он просто ливает, или что это происходит? Он ливнул. В него еще койл отдали. И как он так не исчез-то? На нем пэт сидит. Я так понял, он ливнул, и какой-то баг произошел, поэтому на шоп следующий выходил. Ну да, да, нет, он ливнул, но что-то там пропал с арены. Пропал, все, исчез. Кто следующий? Яся сделал уже минус 3 за Демон Лока. Я вам говорил, что он тащит. У нас следующий охотник найдется еще один двух. Ага. Итак, Демон Хантер против... Еще один Демон Хантер против... нашего варлока Яси Камшота. Фир по дыхате подхиливает. Он чувствует себя уверенно, потому что он так не торопится никуда. Немножко подхилился. Ой, по мне упал ДХ. Стан. Фир по ДХ. Второй диминишинг. Третий.
Подхиливается, подхиливается Яся. Видимо, ждет отката каких-то кадешек. Видимо, ждет отката каких-то кадешек. Два стана подряд. Затем смотри, как бурстит! Просто уничтожил! Просто уничтожил за один заезд Яся Каншот, Демон Лок, Демон Хантера. Просто за заезд сбрил. Очень круто. Яся очень круто. Да, такого и ожидали. Не, я-то знаю, я же сразу вам сказал, что будет интересно посмотреть, что Яся очень ебашит за Демон Лока. Действительно, очень хорошо играет за Демон Лока. Не сравнится с ним другой Лок. Именно Демон, то есть он именно в Демоне играет. Итак, любитель против Яси Камшота. Ретри Паладин против Демон Лока. Чем же закончится эта битва? С Дестро Локами у Паладинов все плохо. Но я не знаю, какие шансы против Демон Лока. Потому что все-таки механика у них другая. Будем смотреть сейчас. Будем сейчас смотреть. Ходж. Под минус 40 в это время был Яся. Тринкуется Фир. Причем очень короткий Фир тринкуется. Фир тринкуется, получается, на секунду. Фир на секунду тринкует любитель. По нему еще один Фир уже без ДР. Странно, что-то непонятно. У меня ДР, что ли, сломались? Что-то, ребята, я не понял. Возможно, сейчас дал неправильную инфу про секундный Фир. Что-то у меня с ДРами какая-то хрень, походу. Итак, Ретрик до сих пор под крыльями. Кик в каст Яси Камшоту. Призывает пэтов Яся. Ходж фуловый. Ретрик уходит, пытается уйти за столб. Там себя прохилить. На нем сидит куча петов. У Яси уже фул столб. Не пытается отбиться от петов любитель. Что машет руками, но... Подхиливается тигелем. Демпенинг 12%. 12% демп. Фуловый стан. Призывается второй пэт, еще один стан. Кстати, стан в стан практически был отдан. Ну хорошо. Shadow болты кастуют Яся. Ходж по нашему Демон Локу. Кастует Сафир, кикает Сафир. Подпросил Яся Камшот. Но хп еще есть. Подхиливается, слушай, тигелем. 16% демпинг. Еще один фир по паладину. Куча пэтов дамажит Ретрика. Ретрик достаточно успешно себя тоже прохиливает. Ну, Яся тоже, кстати, очень даже. То есть у него уже фулл столб. Казалось бы, вроде бы лок, но при этом нравится, да? Классно. Мне тоже нравится. Хорошо играет очень. Еще один фир. Голданс хэнд. Залетают. Залетают заклинания. По паладину. Еще Койлом встретил. Ходж поймал вратами. Просто поймал Ходж вратами. Ну, вы видите, да? Просто переигрывает своих противников Яся. Просто переигрывает. Снова паладин за столбами. Снова на нем сидит Пэт. Пытается добраться до Варлока, тринкует тут же Фир, получает еще один. Это все во время крыльев коротких. Получает еще третий Фир, полностью крылья пробегал в Фире. Теперь фуловый стан. Еще налетают пэты на паладина. Паладин весь бой бьется просто с пэтами. Не столько с Варлоком, сколько с его питомцами. Где-то за колоннами. Еще один койл. Просто на самом деле похоже на избиение, потому что паладину постоянно приходится убегать за столбы. Он никак не может выбраться из дефа. 24% демпенинг. В Элвере нет таких сильных демонологов. На самом деле, я думаю, что нет. Ну, потому что он очень хорош. Спектр редкий сам по себе, а он очень хорош в нем. Я таких не знаю больше. Я не знаю, какой у него интересный рейтинг на арене. Ну, 2600 двойки, в тройке нету рейтинга. Но в двойке 2600. За Демон Лока, я так понимаю. Дуэль не закончится. Нет, дуэль закончится. Дуэль закончится. Демпенинг 28%. Кик получает в призыв пэта, кастует Гул'данс Хэнд. Надо кикать Локу именно руку Гул'дана, потому что она все школы ему блочит. Фуловый Фир. Бегает паладин. Снова хилится
в лосе от Варлока. Варлок ставит новые врата. 30% демпинга. Фуловый стан. На маунте бегает Паладин. Почему он на маунте бегает? Он уже потому что готовится уйти за колонну хилиться. Подхиливает себя за колонну любитель. Арава Бетов сидит на ретро Паладине. Очень, конечно, много. Ему приходится лосать. Чуть только выйдет, сразу же просаживается. Сразу опять приходится уходить за столб хилиться. Вырывается налог. Срефлектил Ходж, который был отдан, чтобы шилдой взорвать Лока. Лок его срефлектил. Блять, просто охуительно. Я только, ну, я не знаю, вы увидели этот момент? Просто его было не очень хорошо видно. Я таргет свичил в эту секунду как раз. Вы видели, да? Просто красавчик. Пишет, кика нет. Типа, чтобы хилки забивать. Ну, кика, да, у Лока нет, у демона. Но, нет, тут очень было хорошо. Фуловый эфир. Еще один эфир. Freedom. Паладин снова за столбом. Не может, сразу выходит, сразу же леща получает, сразу же обратно. Скучно. Но, на самом деле, не знаю, мне нравится смотреть за дуэлью демон Лока, как бы то ни было. Конечно, Пал играет максимум дефова. Но тут его сложно в чем-то винить. Паша, срочно подуэлился с Локом. Нет, я-то выиграл, я же вар. Мы дуэлились. Но это потому, что я вар. Так-то, конечно, нет, он очень хорош. Типа, просто у меня полная контра, механика контрит. Итак, Феррами загоняет Паладина снова за столб. Не, Паладин на этот раз не уходит за столб, потому что он идет дальше, и вот... А, у него есть шилда, окей. Пал отдает шилду. Достойно лайка, Паша, не даст соврать. Нет, это реально очень круто. Лайки тоже ставьте. Ставьте лайки, если вам нравится, как играет Лок. Буду опузить. Паладин убегает под крылом, убегает за стол. Нажимает бабл. Еще живет. Чувствую горячий пукан любителя. Толку с шилды, если она в толпе покемонов пукает на 30к. Но все же, срефлектил, все равно красиво. Срефлектил Ходж еще и не просто так. Сам по себе мув красивый. Ладно, ну, дело не в том, сколько было в этом пользы именно, такой практической, а просто, ну, вот как мув красиво. Совсем уже мало хп у Паладина, 46% демпинга, просто избиение происходит. Просто избиение. Призывает Мерзотиня. И... Все, минус 5. Минус 5 от Демон Лока. Я не знаю, реально респект. Реально очень круто. Очень круто играет Яся. Очень... Вообще, я не знаю.